Всем привет! Это видео будет о минимализме, а если конкретнее, о том, почему меньше значит лучше. Дело в том, что наш мозг тратит одинаковое количество сил, на такие вещи, как принятие важных решений, решение уравнений, аналитику какого-либо происшествия или прочитанной книги и выбрать, что надеть сегодня на улицу. Это, кстати, еще объясняет дискомфорт от прокрастинации, потому что думая о том, что мы что-то не сделали, отложили или поленились, мы нагружаем себя точно так же, как если бы мы были учеными, которые занимаются высшей математикой. Выход только один — быть избирательными и ответственными. Поэтому, когда у нас есть четкое представление о том, что нам сегодня нужно сделать за день, то есть список, когда у нас в гардеробе небольшое количество вещей, каждую из которых мы любим и можем прямо сейчас ее надеть и пойти, тогда наш мозг свободен, тогда мы можем занять его другими, более важными вещами. Я действительно для себя просто когда-то решила, что то время, примерно 2-3 часа, которые каждые выходные уходили на прогулку по торговым центрам и поиск новых вещей, я лучше буду проводить за интересной книгой, за хорошим фильмом, просто проводить время с друзьями, с родными, так как мне этого хочется, а не так, как хочется маленькому гнилому, завистливому потребителю внутри меня. И все это привело к тому, что за 3 последних года у меня нет ни одной покупки, о которой бы я пожалела. Не обязательно одежда, вообще все. И выражение «меньше значит лучше» и «больше» подразумевает в себе то, что наши самоограничения и то малое количество вещей, которым мы обладаем, освобождает нас и оставляет время и место для более значимых, более важных и более серьезных вещей, которые помогут нам стать сильной личностью, более высокими духовно и морально, и вообще расти над собой, совершенствоваться. Любовь к себе и интересно проведенное время никогда не заменит купленная кофточка или другая ерунда. Но это всего один из аспектов, почему я полюбила минимализм и стала его придерживаться. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.